Процесс замены старых труб на новые – дело непростое, особенно под дождем, который существенно осложняет труд специалистов химкинского филиала МосЭнерго. Но коммунальщики работают ударно. Сначала перекрывают горячую воду, затем выпиливают аварийный участок трубы. Прогудившиеся трубы меняют на новые, затем скрепляют их между собой при помощи сварки, покрывают антикоррозийной краской и изолирующим материалом. Участок, можно сказать, изношенный, выполнен был проектную документацию. Сегодня у нас идет переключение окончательно тепловодно-резервную схему, байпас выполнен по проекту, вот, и сразу будем перекладывать, и надеюсь, до конца августа мы этот участок уже переложим и запустим работу. В этом же районе у нас ведется еще перекладка разводящей тепловой сети от 76-го дома до 78-го вроде. Вот. И еще будет здесь по пару участков, которые будем перекладывать в рамках инвестиционной программы. Участок на Юбилейном проспекте – лишь один из 47 адресов городского округа, где ведутся или уже выполнены работы по замене теплосетей. Кроме того, специалисты МосЭнерго модернизируют котельные, теплообменное и насосное оборудование. По городу у нас идет подготовка к КЗП. Вчера запустили этап очередной, сегодня вывели очередной этап, и вчера у нас в работе сейчас два этапа гидравлических испытаний. И готовимся к зиме по как ремонтной программе, так и инвестиционной программе. Все работы по подготовке к отопительному сезону в Химках планируют завершить до конца сентября. Это касается и благоустройства территорий после проведенных ремонтных работ. Олег Тюрин, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.